Школа карате существует в Конаково уже 5 лет. Мы проделали большую работу, чему свидетельствует последний год, где наши спортсмены показали себя на высшем уровне. Наши спортсмены выступали на областных соревнованиях, на всероссийских. Также выступали на первенстве России, где также мы привезли много медалей. Буквально пару недель назад Бумагина Кира в составе сборной команды России выступала на первенстве Европы и завоевала бронзовую медаль. После хорошего выступления на первенстве России мы с командой попали в сборную России, начали готовиться к первенству Европы. Мы готовились 2 недели в городе Сочи. После подготовки мы поехали в Финляндию, в город Темпер, где мы выступили и заняли 3-е место. Я хочу поблагодарить всех тренеров и лично Александра Сергеевича. У наших спортсменов есть возможность заниматься с тренерами сборной России. То есть вот в данный момент у нас в нашем городе находятся 2 тренера сборной, которые делятся опытом с нашими спортсменами и также готовят наших спортсменов к соревнованиям. Хотел, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность своему другу Александру Русанову за то, что он нам помогает уже 4-й год подряд проводить сборы в Конаково. Нам очень нравится, потому что живописное место, замечательные условия для тренировок. И в этом году наш кемп, лагерь собрал уже 15 городов. Это порядка 50 спортсменов. Наше мероприятие, оно направлено на обмен опытом. И как я со своей стороны даю какие-то знания, так же и Александр делится своими знаниями. И хотел бы отметить, что за довольно короткий срок, за 5 лет, насколько я знаю, развитие карате в Конаково, ребята выступают достаточно очень успешно и стабильно, самое главное. И тому пример, это, я считаю, что фееричный успех на первенстве России. Ребята привезли и золото, и бронзу, и причем не одну медаль, а целый комплект россыпь медалей. И сейчас также девочка стала бронзовой призеркой первенства Европы. Это очень крутой результат за то незначительное время развития карате в этом городе. И могу сказать, что многие тренеры кладут жизнь целую, чтобы показать такие результаты. А здесь процесс гораздо быстрее, и все благодаря профессионализму и опыту тренера. Сейчас у нас проходит набор детей с 4 лет. Находимся мы в спорткомплексе «Дельфин». Каждому ребенку у нас индивидуальный подход. Всех приглашаем заниматься карате, всем будем рады.